Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Это режим гридер, усложненный грид. Решил попробовать, в общем-то, на Иуде. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Там где-то монетка звякнула, но есть шприц, который, в принципе, можно юзнуть. И, скорее всего, это все, что мы тут можем. Вот еще монетка. Сойдет. И у Иуды какой минус? У него... О, кстати, камушек. Может, его удастся как-то лопнуть. У него мало здоровья. Ну, тут я в комнате нашел сразу здоровье, что, в принципе, хорошо. Дамаг у него зато повыше стандартного. 472 со старта. Плюс мы можем еще подразогнать книжкой. И это 871 для первых комнат. Этого вполне должно хватить. Чтобы как бы более-менее их быстро зачищать. Ну, а дальше как повезет. Что найдем. И так далее. Так, а книжки же не настакиваются, да? К сожалению, нет. То можно было бы настакать дамаг, было бы вообще круто. Я бы рвал этот режим просто как тузи-грелку. Блин, вот жопа подземная. Еще что ли? Камон. Игра. Вот не надо так. Нормально же общались. Что началось-то? Так, какашки, это ладно. Ай-яй-яй, а вот и дамаг. Приветствую вас, товарищ дамаг. Сейчас еще кто-то там подъедет. Нет никого, кто бы мог мне взорвать вот этот камень, к сожалению. Только подземные говнари какие-то лезут отовсюду. Блин, с ними неудобно бороться. Бомбы, я так подозреваю, мне тоже никто не даст. Ну, может быть, босс какой-нибудь что-то взорвет здесь. Так, кто еще там подъехал? Так, понятно. Давай стационарного шлепнем. Вот этих мелких монстров. Ё-моё. Это чемпионский вариант. Меня он немножечко нервирует. А вот и бомба. Иди сюда. Идеально. Кстати, а чё я не подбираю? Привычка уже из обычной игры. Ну, как бы, сделка, все дела, чтобы потом синее сердце было. А, лады. Пока дамаг разогнан, и погнали к боссу. Кто у нас тут босс? Вообще я не вижу никого. Червь. Пин. Ну, пин это как бы... Вроде как бы изи, да? Главное не затупить. Да, вот пин бы мне мог взорвать, если бы... Чё уж, совсем как-то не так пошло бы. Блин, добить чемпиона. Так, добили пина. Толстый. Вот толстый это беда. Толстый это проблема. Он еще его рвет. Ай-яй-яй, вот он чересчур уж быстро прыгает. И он чересчур реально толстый. Это просто жесть. Так. Еще его под... Да ё-моё, на меня прям на голову стошнило. Ты ж... Говню, серьезно, еще раз? Как ты попадаешь по мне, толстый? Я же вроде слежу, чтоб там как бы не летело откуда не надо. Фаршма... Да ё-моё, вот-вот-вот, чуть-чуть просто не достал. Мне единственное, что повезло. Да, ну толстый это, конечно, писец. Лады. Да, я что-то зря... Зря переживал, что некому будет взорвать. Тут просто все норовят что-то взорвать. Так. Как бы сейчас самому не склеиться. Так. Иди сюда, чувак. Давай мы тебя спокойненько уже убьем. А сатана нам что-то клевое подгонит. Все будет хорошо. Да, сатана? Что-то, по всей видимости, нет. Но я, тем не менее, возьму. Дэмейдшап лишний не бывает. Только непонятно, сколько я с этим дэмейдшапом проживу. Давай ключ возьмем. Давай это, спид и шот, спид ап. И что-то новое. Это, в общем, прыщ большой. И у нас выстрелы теперь могут травить врагов, еще и замедлять. Там какая-то лучица будет появляться, что неплохо. Плюс еще синее сердце дали, что вообще совсем супер круто. Поэтому да, ладно, сойдет. И давай, наверное, ключ возьмем, чтобы сразу там попасть. Потому что там может быть и не быть ключа. А я бы хотел попасть в золотую комнату. Ну и какашки я, наверное, тоже хотел бы раскопать.
Вот, там вот лужица появилась. Ну, давай смотреть, что у нас получится с этой комнатой. С этими комнатами. Ага, вот это, кстати, прикольная тема. Это молоко. Если мы его разбиваем, то у нас скорость очень прям бодрая становится. Ой, печень, супер. Плацента, да, регенерация периодически будет срабатывать прекраснейше просто. Синие сердца. Бомбы. Тут ключ. Ну давай, одну бомбу мы вот сюда за... Ё-моё, что я сделал-то? Монету зачем-то впендюрил. Так, ключ берем. Лопата — это не совсем то, что нужно, или совсем не то, что нужно. Но вот этих ребят стоит взрывать, тут может быть полезное, ну, может и не быть. И тут, если что, можно синие сердца купить. Это вообще прекрасно. Ну чё? Понеслась? Да ё-моё. Так. Паучки. Дамаг у меня неплохой. Ну, не супер шикарный, но и довольно хороший, в принципе. У многих персонажей так быстро его не разгонишь. А вот книжечка все-таки Иуды помогает. Минус, конечно, отсутствие нормального вменяемого количества здоровья. Это да. Так, этого убили. Сейчас начнут разлетаться. Так, это еще не самое страшное. Тут еще и черви всякие. Ой, порталы. Обожаю вас. Их вроде понерфили. Здоровье им подуменьшили порталом. А то это просто дичь. Она и так дичь. Просто... Ой, ё-моё, ё-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 ё. Чё, взрывы-то начались отовсюду? Фух. Ладно, я жив. Здоров относительно, наверное. Чё, нам синее сердце покупать пока, наверное, не стоит. Давай воевать. Сейчас какашка полетит. Будет стрёмно. Она ещё какого-то стрёмного вида. Так, полетела. Иди ты лесом. В смысле 4 раза? Ты же 3 должна летать. Что-то пошло не так. Ой-ой-ой. Или я не так считал, или она почему-то полетела больше раз, чем планировалось. Может, она столько и планировала летать. Ладно, фиг с тобой. Ой-ой-ой-ой. Вот это проблема. Так, давай сначала вот этих твоих друзей бомбящих расфигашим. А потом будем с тобой как-то расправляться. Да ты, господи, сдохнешь, нет уже. Давай. Отгребай. О, глаза пошли. Ну ничего, мне дамаг позволяет тебе быстренько накидать. Относительно быстренько. Поэтому давай сдохни уже. Фу. Ну, сатана, порадуй. 2 черных сердца. Ну, блин, могло быть, конечно, и хуже, поэтому ладно. Сойдет более-менее. Лопата. Давай попробуем. Одну монету загнал. Так, вот тебя я возьму. Тирс и шот спидап. Сойдет. Блин, all stat up. Что поделать. Так, ключ есть. Ключ у нас имеется. Погнали дальше. Будем там ориентироваться на что-либо. У меня, в принципе, есть один дьявольский предмет на Левиафана. В Левиафана было бы круто превратиться. Так, рандомный ребеночек. Рандомными выстрелами шмаляет. По всей видимости. Ключики. И больше удачи. Ну, сойдет. Удача влияет на то, что... Как часто будет срабатывать вот этот вот пырыщ. Это хорошо. То есть, ну, эффект отравления. Так, где-то что-то тут опять шмякнуло. И это не то, что нужно. Ключик за 3 монетки. Нет, я бы что-нибудь более крутое хотел, на самом деле, бы увидеть. Так, автомат. Давай, наверное, сразу попробуем паролить немножко, да? Чик.
Что-нибудь дай. Больше здоровья. Ну, может быть, я даже не знаю. Давай вот так вот сделаем. У меня получается очень шикарный дамаг. Да, блин. Получать получается очень шикарный дамаг преимущественно, безусловно. Чё вы там, говноеды-то понавылезли? Ай-яй-яй! Это, вот этого очень подло. Ай-яй-яй, это, вот это вдвойне подлей, если это мелковый. Так, замедлил. Да что ты такой толстый? Блин, подлые враги. О, какашки. Так. У меня молоко разлилось, теперь я фигашу просто как ненормальный. Нефиг было проливать мое молочко. Я думал его с печенюгами заесть. А тут такое дело. Все это злость, это вражда навеки. Еще и в чемпиона. Идеально. Погнали. Блин, опять ты. Так, уворачиваемся. Блин, слишком много всего летает. Ты не находишь? Еще и гиш. Ну, камон. Блин, я все равно ж получу дамаг. Зажимают. Блин, это читерная комната. Читерюги сплошные тут живут. Так, ладно, гиш, отъезжай, ты же не особо сильный враг. Ты не особо сильный, говорю, сдохни уже, успокойся. Так, а вот и какашка. Ой-ой-ой. Говнообстрел. Так. Ну, ее мы быстро шатнули, это радует. Ну, сатана, ну камон. Что-то получше вообще не судьба, да? Ну, давай хотя бы уголь возьмем. И тогда придется здоровье подкупить все-таки, да? Это что-то как-то мало. Так-так-так. Ну и, пожалуй, все, что я тут сделаю-то особо. Погнали дальше. Будем смотреть, что у нас тут как дела-то будут обстоять. Муха. Какой-то там протектор будет вылетать и фигачить, наверное, всех налево-направо. О, берем тебя, конечно, рейндж, терсап, еще и, возможно, сердежко какой-нибудь получить. В идеале бы три синих. Ну, там, синих, черных, всяких таких. Но что-то как-то не очень в этом плане нам подвезло. Угу. Тут сундук, значится. Ну, братишка, дай что-нибудь. Но... Ну, допустим, контракт. А как он тут будет работать? Мне монет больше будет падать? Нет вообще? Молоко, блин, конечно, жаль, что оно не считается на весь как бы уровень разлитым. Тут у нас сердежки есть. Я думаю, если что, сюда как бы прибежать, да? Ну ладно. Твою мать, чё так много всех? Да серьезно, что ли? А вот и молоко пролил. В смысле, маска до сих пор жива? Где тут сердце? Да я вообще не понимаю, что происходит, почему вас так много? Мне моего развеселого дамага не хватает с вами справляться. Ой, два еще упырыша бегающих. Не, их реально просто чертовски много. Знает, каким чудом. Но я вроде жив.
Так, чемпионскую какую-то там фиготню размотали. Ой-ой-ой. Какие вы все серьезные. Давай. Ну давай, дерись. Погнали дальше, что теперь? Так, черт, ты тут кататься вздумал, да? Сейчас же второй босс подъедет так-то, не? Сдохнуть ты не хочешь? Ой-ой-ой-ой. Реально злой босс. Так, минус один. Червячило. Скелетообразный. Давай мы тебя тоже подразматываем. Вытаскивай что-нибудь. Мы тебя туда настреляем. По-моему, неплохой дамаг в него заходит. Так, я бы чем-то стопорнуть даже умудрился. Аллилуйя. Так, блин, умери. Умери. Немножечко умирать тебе надо. Понимаешь, нет? Чуть-чуть умирать. По-моему, куда-то в кончик хвоста же дамажу только и все как бы. А, монетки есть? Ладно, погнали. Ой-ой-ой. А как с тобой драться? Тем более с двумя. Когда мне нет нифига. Твою налево. Полет бы был, это было бы очень просто. Но без полета приходится что-то выдумывать. Сейчас одного хотя бы размотаем. Он так-то, по идее, вообще очень простой босс. Наверное, один из самых простых. Так, минус один. Второй должен очень быстро отчалить, потому что у меня на дальности еще как бы угли работает. Нифига, он чуть не докинул. Это было близко. Ну, давай думать. Ну, это полюбас уберем. Красное сердце мне дадут. Нужен ли мне фир? По идее, нужен. Это еще там бонус немножечко. Красное сердце и так получу. Давай посмотрим. Может быть, что-то как-то получше. Здоровье. Это у нас что получается? Так, это у нас получается будет след из дегтя. Это не так, чтоб нужно. Здоровье. Здоровье, здоровье. По идее, надо бы, наверное. Мы попробуем реализовывать как-то, да? И погнали пока что. Мне сейчас еще одно здоровье дадут, конечно же. Но в данной ситуации это, наверное, все-таки пригодится. Такс. У нас последняя возможность золотую комнату посетить. Это у нас Шиол. Такс. Хорошая штука так-то, да? Три синих сердца. И защита. Там будет на 50% меньше урона, если мы получаем урон там на некое время. Это что? О, еще здоровье. Ну, короче, зря я купил там здоровье. Ну, допустим. Хотя, может, и не зря, в принципе. У меня здоровье не так, чтобы дофигища. Ну, почти кап, но оно сейчас еще как-то подрастеряется, я думаю. Автомата тут нет. Ну вот, вот этот вот обрывок можно купить, чтобы скорострельность еще как-то подвысить, повысить. Ну и все. Блин, боюсь я это открывать. Я больше дамага получу, чем открою. Так, сейчас повалят, блин. Надо шустрее разбираться. Так, Мансим, Мансим. Манси пока молодой. А-а-а! Чё они вокруг меня-то появились? Вон у меня Фил Протекшн. Это хорошо. И скорострельность. Молоко мне раздолбали опять. Как, ё-моё, нифига себе он пауков закидывает. То, что я так учил. Так, лады. О, призраки. Призраки, мать их, зло. Еще один призрак. Так, взрывные ребятятки.
Хорошо, что у меня страх здесь их понапугал. Рыбьи головы какие-то. О, зашибись. Да, бессмертный чувачок будет нам не кисло так помогать на самом деле. Периодически за ним можно еще прятаться от дамага, да, допустим, на гриде. Вот так вот. О, это топово. Ой, ё-моё. Так, так, фигашим. Главное со всеми вот так вот шустро расправляться. Ну, у меня скорострельность хорошая, дамаг хороший, в принципе, справляемся. В принципе, справляемся без каких-то особо лютых уж проблем. Да, проблемы подкрались. Или что, или нет. Что-то я его быстро разматываю. Их всех, короче, ладно, нормально. Птичка. Будет ли она жрать грида? Буду надеяться, что да. Давай тут мы что-нибудь сейчас возьмем. Тирс и шот спидап. И рубашку. Сойдет. Мне бы еще какой-нибудь модификатор на слезы бы поприкольнее. Ну, посмотрим, блин. Вряд ли мне что-то сатана уже подкинет. Прям таки адски хорошая. Так, вот здесь вот мы дамаг еще можем немножко получить. Я, в принципе, не против. Ну и тут ни черта нет, конечно же. Давай увеличиваем дамаг и Ей, идиот. Зачем я сразу же наступил? Хотя, ладно, это все было специально. Я птицу выпустил, я баф выпустил. Со сложным врагом решил один на один разобраться. Молоко разлил. Все по тактике. Это, ну, как бы, это, ну, тактика, ну, вы о чем? Какой специально? Все как бы продумано. Все продумано на 10 ходов вперед, на 3, как бы, видео наперед, там уже все просчитано. Это все, как бы, такие дела. Про-скилл просто, про-скилл, да. Вот он. Чересчур про такой. Я периодически сам не понимаю, но потом понимаю свой расчет, как бы, со временем. Так, некрономикончик. Ой-ой-ой-ой-ой, жадность. И сдохни. Сейчас еще всякого понапоявится. Так, птица что-то тоже там какую-то движуху мутит. Так, чемпионские версии сразу убиваем. Ибо дофига... А хотя тут в любом случае дофига дамага. Это уже такие уровни, где просто только дофига дамага и бывает. Ну, скорострельность с молоком просто шикарнейшая. Когда его разливаешь, это просто что-то с чем-то. Так, еще и руки, ну, спасибо. А, еще и такие даже руки. Офигеть. А, еще даже и не одна. Фу. Напряженненько. Так, а еще и два сердца, да? Так. Ты не ты. А, вон злой. Так, подожди. Мне сердце надо раздолбать. Бойся меня. Там еще и... У нас... Хьюстон, у нас проблемы. Небольшие. Чего у вас так много-то всех? Так, ну меня... Единственное, что они достать не смогут, если я там за камень заныкаюсь. Да, я надеюсь. Так, о, птица присосалась. Как ты вовремя. Иди в задницу. Но это было не так и сложно. Так, монетки есть. Вот это уже, да, посложнее. Тут понятно. Надо местность расчистить под маневры. Да, тут маневрить я, наверное, вот сюда буду за камень. Такой вот хитрый маневр. Я в засаде. Я не очкую, нет, ни в коем разе. А, у меня же, кстати, есть мой этот... Ребеночек с некрономиконом. Да тварь! Вот я специально пытался так, чтобы как бы не подо мной. Давайте вот за ребеночком просто заныкаемся и все. А эта гадина
тут летал, видать, ну, ползал, я не знаю, что он там делал. Ну, вот конкретно, чтобы только подо мной, по всей видимости. Алгиз и Хагалас. Ну, тут по-любому, конечно, Алгиз. Неуязвимость на 30 секунд. Must have. Чё бы и нет, да? Ну, еще больше дамага и рейнджа на финальном боссе. Это, ну, на гриде, на его второй чеканутой форме. Это вполне себе норм. Так, а может еще синее сердце сможем? Ну-ка, шпык. Может, за 3 монетки? Блин, за 2 монетки, ну, красная. Ну, окей. Давай тогда еще сюда закинем. Дашь что-нибудь? 2 бомбы, уже что-то. Сейчас попробовать, можно что-то как-то с ними помутить. Ключ нафиг не нужен. Так, чувак, я могу помутить, допустим, взрыв тебя. Будешь так выделываться. Давай что-нибудь. Допустим. Секретки какие тут есть? Ну, конечно, нет. О, я буду получать дамаг, и как бы монетки будут сыпаться из меня. А получать дамаг я буду! Что-то мне подсказывает. Поэтому да, еще даже каких-то денег сможем намутить, по всей видимости, чтобы в автомат запихнуть. Ну давай. Ой-ой-ой. Ну такое, что-то жадность меня не особо впечатлила. Погнали. Сразу юзаем. Так, специальный дамаг между делом, чтобы молоко пролить. Что молоко пролить — это важно. С пролитым молоком у нас шикарнейший дамаг. Скорострельность, все дела. Так, монеты, харе. Топотун, успокойся. Ну, какой хитрый. Так. Мы тебе издали будем навешивать. Блин, понаоткрывал тут всякого. Так, чувак, камон. Только же была... Только же гопка была твоя, ну, камон. Куда ты еще-то призываешь? Только не говори, что опять. Гопники. Нет, отхил. Еще отхил. Ну, пофиг на отхил. Давай бошку эту раздолбим. Так, вот бомба — это не пофиг, это больно. А, он страх, я думаю, что он ныкается, он боится меня. Еще там ворона летает, кстати, она что-то делает. Ворона что-то... Ой, ё-моё, еще урон. Ворона что-то делает. Так, жди, кстати, я же могу спрятаться в самом-то деле. Ну, что-то как-то не очень здесь это канает. Ты что, чемпионская монетка? Чего она такого цвета? Воу-воу-воу-воу. Так, некрономикончик. Давай ключики твои полопаем. Беспонтовые. Так, опять же, не все. Ну, эти гопники, они такие. Довольно слабые. Можно на них особо не отвлекаться. Но у меня нет массового дамага. То, что у меня есть, это в основном в таргет. Ну, в одну цель. О, началось. Ладно. Допустим. У меня еще Алгиз есть. Так-то, чувак, ты не думай, что все будет так просто. Так, хорошо. Поэтому мы твою вторую форму отфигашим с Алгизом, со всеми делами. Бомба! Ба, ладно. Фиг, фиг с тобой. Давай, выдалбливайся, говнюк. Ё-моё, золото. Так, полетел засранец.
Да ё-моё, тут еще и камни. Где ты вообще? Так, летчик. Испытатель. Так, скоро время алгис юзать. Вот явно. Может, мы будем завязывать туда-сюда летать, как ты думаешь? Может, сюда полетишь? Да, блин, я только хотел туда пробежать, тут уже бомбы повсюду. Блин, жесткий парень. Очень жесткий. Летчик фигов. Вообще в тебя попадаю, нет? Да ё-моё, ну серьезно. Так, ладно, алгис. Давай мы с тобой будем воевать по-серьезному уже. Просто по-серьезному. Серьезный разговор у нас с тобой, чувак. Не до шуток мне. Блин, ну я его так довольно медленно пробиваю. Хара летать. Харе! Он чересчур что-то много начал летать и сыпать своими сраными бомбами. Он меня так убьет нафиг. Вот фиг угадай вообще, откуда они там летят. Может, ты сдохнешь уже, а, чувак? Харе наморосил уже, дальше некуда. Фу, жесть. Да, что-то даже открыл. Давай немножечко монеток соберем. Так, главное, в сундук не заскочить с перепугу-то. Давай. Так, жди. Как в тебя упереться-то? Так, сколько-то монеточек даже донес. Ну, в общем, как-то так. Раскатали нового супер-пупер-грида. И сделали это на Иуде. На этом же. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.